Ну, да. как тебе предложение пришло? Через кого? У меня брат, который искал просто агенты для меня здесь, в Европе. Вот. А я делал вот это видео, маленькое видео, где мы играли там в МФЛ нарезки, и так далее, нарезки. Да. И он отправил в Бельгию, и там смотрели то просто в начале и сказали, ну он футболист, давайте посмотрим. Если что. Ты там показывал нарезку, где ты все поле против Матч ТВ? Это самый первый, да? Ты поставил просто, где ты как электричка. Да, это самый первый. И смотрели, и все. И когда я поехал, тренировался с первой командой 3 дня только. 3 дня, и потом тренер сказал мне, что типа он то, что он видит, ему нравятся вещи, которые ему нравятся, есть вещи, которые ему вообще не нравятся. Типа в мой возраст есть вещи, которые я должен уже знать в футболе. Типа к 23 годам ты должен уже какие-то вещи понимать. Какие-то опыта не хватает. Какие-то, да. Вот. А он мне говорит, лучше тренируйся с вот это U23, ну, вторая команда. И там уже посмотрим, как будешь. Если будешь прогрессировать, быстро, да, если будешь быстро прогрессировать, то все хорошо. Если нет, ну вот. И что по итогу? Что по итогу? Я начинал там тренироваться месяц. Я месяц там где-то тренировался. А потом, ну, вот этот тренер, он мне сказал, что ну, они ничего не могут мне предлагать.